Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Джофф из клана «Рандомные олени». И я хочу представить вам свой видеомануал по французскому тяжелому танку 6 уровня RL-44, записанный специально для передачи Кирилла Орешкина «Реплей недели». В нашей игре обзоры в основном делают на танки старших уровней, ибо младшие быстро проходятся и не отличаются каким-то ярким геймплеем. Но бывают и исключения из правил. Это и советский КВ с мортирой, и немецкий ПЗ-4 с точным орудием и годным обзором, и легендарный Т-34 с убийственным дыроколом. А вот теперь к ним прибавился и французский собрат РЛ-44, уже прозванный в народе шутливо Орликином. Наверное, за свое умение удивлять противников. Пока вы знакомитесь с его основными плюсами и минусами у себя на экране, я расскажу вам, что же выделяет его из толпы коллег по цеху. Во-первых, это оригинальный внешний вид. РЛ даже в топе сумрачен и эпичен, а уж со стоковой башней вообще похож на ночной кошмар шкодливого ребенка. Во-вторых, отличная для 6 уровня лобовая броня, которая при правильном применении может выдерживать снаряды довольно серьезных орудий. И третье, самое главное, это уникальная для 6 уровня пушка с чудовищной бронепробиваемостью 212 единиц. С таким-то дрыном РЛ из обычного ТТ-6 превращается в самого настоящего маленького нагибатора. И сейчас, на примере рандомного боя в городских условиях, я покажу вам, на что способен этот чудесный танк. Итак, к делу. Карта у нас Энск, городская карта, я примерно в середине списка. Топом в бою идут 8 уровни, у нас это 2 тяжа и 59-ка, а у врага более легкий сетап, всего лишь 4 СТ-8. Что это нам дает? Это нам дает то, что, скорее всего, наши тяжики поедут в город, используя свою крепкую броню и мощное орудие, они будут там пушить, рашить, убивать, грабить, насиловать и так далее по списку. А вот средние танки врага, скорее всего, поедут на так называемую зеленку, это 7-8 линия по мини-карте, и попытаются оттуда прорашить наш фланг и захватить базу. Поэтому, несмотря на то, что я тяж, медленный, неповоротливый, я поеду на зеленку и помогу нашему легкому и среднему составу отдефиться от топ-СТ врага. Конечно, с маневренностью у меня туговато, но зато есть отличное орудие, как я уже говорил. И на это моя главная ставка. Как вы видите, все, что ниже меня, представлено в основном французами. Это AMX-1375 и AMX-12T. Довольно хорошие машинки в умелых руках, но так как умелые руки в рендоме случаются не часто, а чаще всего наоборот, поэтому на помощь еду я. И надеюсь, сообща, в кооперативе у нас что-нибудь да получится. Арта у нас умная, Хумель, хоть и стоковый, сразу переезжает ближе к городу, прячется там. И да, я был прав, начинается экшен, вот врывается Т-44 к нам практически уже на базу, он агрится на француза, внезапно понимает, что нас тут очень много, ему поддерживает Т-34, я даю дамаг 44-ку, немножко откатываю назад, но потом опять беру направление вперед, надо спасать наших французов, тем временем к ним заходит в корму. Я газую вперед, перезаряжаю, забираю Т-34. В это время 44-ка обходит сзади и зажимает в клещи. Ее оснащают в корму и в борта. И тут она понимает, что она приехала. Это все, это конец. Я даю ей дамаг в бок башни. У нее врезается Т-50. Видимо, хотел нанести урон, у него не получилось, не хватает массы. 44-ку разрывает со всех сторон. Она ничего не может делать, она в растерянности, и она умирает. Все, ребят, это эпик фейл просто. Теперь 59-ка я беру немножко левее. Сажу ее на гуслю и, маневрируя за трупами врага, чтобы меня не пробили издалека, начинаю ее дамажить. Я посадил ее на гуслю, у меня есть время, чтобы еще перезарядиться и стрельнуть еще раз. Еще один дамаг, отлично. Тут рядом с нулем разрывается сплэш, это, видимо, какая-то мелкая арта. Меня не пробивает Т-34 в лоб. Так, 59-ка закатила за дом, я, не теряя времени, выцеливаю Т-34. Немножко неправильно прицелился и снаряд ушел правее. Так... Тем временем подкатывается А-20, он просто встал и чего-то ждет, непонятно чего он ждет, видимо моего снаряда, ну и он его получает. Молодец, все правильно сделал в этом бою, продолжай так дальше. Так, 59-ка уезжает, тут вырывается еще одна, она ваншотная, непонятно откуда она вылезла, но прямо под мое дуло, и она умирает. И это минус 4. Наша старая подруга Т-59, что она делает? Она откатывается назад, при этом я ее пробиваю прямо в лоб. Это благодаря моему отличному орудию 212 пробиваемости. Ее накрывает наш Хумель, молочага, минус 180. Получи, братуха, в щи. Так, 59-ка агрится на француза. Я газую побыстрее вперед, чтобы 59-ка не смогла убить нашего жабоедика. Тут еще 40-тройка подкатывается, и 59-ку добиваю я. Все, ребята, конец. Ну, собственно, зеленку мы отдефили. И тут я внезапно понимаю, что средние танки врага кончились на этом фланге.
И я был немножко этому удивлен, честно скажу. В том плане, что противники поступили крайне неумно. Вместо того, чтобы скоординировавшись, используя хорошую броню, мощные пушки, клином выбить наш деф, в котором не было ни одного крепкого танка. Вот, они приехали по одному, вели разродненный огонь по разным целям, и понятно, что такая вот атака, такой вот раш был обречен на поражение. Не повторяйте их ошибки, дорогие зрители. Итак, теперь что я делаю? Я возвращаюсь на базу, тем временем вы видели, что город наш пропушили, Ис-3 слился с нулем фрагов, Тигр-2 с нифрагом, но он ваншотный практически, я хочу ему помочь, хочу как-то его засаппортить. Из города выехал КВ, Тигр и 59-ка фуловая. Я пока не спешу ехать вперед, чтобы меня не закрутили, и стреляю поодаль. Так, меня не прорывает Тигр, я в него стреляю без сведения и не попадаю, дамаг уходит в гуслю. Так, Тигр накидывает 59-ки. Сзади дамажит 59-ку еще и Хубель, молодчага. Тигр умирает, но не зря. Тем временем я даю без сведения в бок 59-ки, спасибо ВБР. И жду. Я пока что жду, я не спешу один туда въезжать, потому что это опасно. Вот приезжает мне на помощь наш китаец. Я выцеливаю 59-ку врага и добиваю ее. И теперь уже осмелев, я двигаюсь вперед. Нам осталось только сообща, скооперировавшись, грамотно додавить врага и выиграть этот бой. Тут я немножко заигрался с общим чатиком. Деморализую врага, так сказать. Психологическая атака. Так, теперь моя следующая цель — это Тигр. Тяжелтак 7 уровня. Даю дамаг в движении, но меня выцеливает КВС фугасница и попадает, к сожалению. Не успел я заехать за дом, хотя очень этого хотел. Но зато у меня есть время свестись и убить Тигра. Как видите, наша 59-ка стреляет крайне редко. Видимо, у нее выбита БК. Сейчас это частое явление. Вот, поэтому ей приходится чаще всего просто таранить врагов, а не стрелять по ним. Тут случается какой-то странный рикошет по КВ. Не люблю такое дело, но бывает. Так, вторым выстрелом я его добиваю. Квадратиш все-таки, хоть и не практиш и не гуд. Тут я перевожу дыхание, пишу пару фраз в чатик. Как видите, враги и уже сами в шоке от моего адского нагиба, от нашего прекрасного танка. Теперь они, видимо, будут относиться к нашему Орликину более серьезно, более с опаской. И остался последний танк врага. Наши уже берут базу, не считая арты. И, собственно, это 3485, она АФК. И осталось всего лишь ее убить. Тут я опять поспешил, без сведения стрельнул, но танк был немножко за зданием, я этого не учел. И снаряд ушел куда-то-то в космос, видимо, ушел. 59-ка ее закрывает, поэтому я стреляю в башню и не пробиваю. Печалька, в маску, видимо, попал. Но, тем не менее, бой закончен. В зачетке у меня 2250 честного опыта и 45 тысяч кредитов. Учитывая, что на танках такого уровня ремонт и снаряды стоят копейки, то можно сделать вывод, что РЛ-44 довольно хорошо фармит. 8 фрагов, 20 выстрелов, 18 попаданий. Герои битвы тоже все из нашей команды. Я воин, АМХ-1375 снайпер, АТ-43 захватчик. Бой прошел в целом довольно удачно. Конечно, мне и моим союзникам сильно помогло то, что безумный раш противника по зеленке наткнулся на более-менее организованную оборону с нашей стороны и был практически в сухую разбит. Первая ворвавшаяся Т-44 была уничтожена практически за несколько секунд. Неслыханное явление для топ-СТ в бою такого уровня. А все следующие китайцы и прочая мелочь покончили жизнь суицидом уже следом за ней. Противники, как я уже отметил ранее, по ходу боя вели себя крайне глупо, неорганизованно, стреляли без какого-либо фокуса по целям и были закономерно уничтожены под нашим перекрестным огнем. Что касается моих ошибок, я разве что слишком уж часто стрелял наспех и без сведения. Пару раз это сослужило мне плохую службу, стоило бы быть более аккуратным. Если вдруг вы заметили какие-то интересные тактики, приемы или маневры, которые я не сделал, а стоило бы, пишите в комментариях, вместе посмотрим и обсудим. Со своей стороны, я надеюсь, что смог показать вам некоторые возможности данного ТТ-6, который благодаря своей уникальной огневой мощи может наравне противостоять машинам более высокого уровня. На этом у меня все. С вами был Джов, специально для Кирилла Орешкина и его передачи «Реплеи недели». Всех вам благ и до новых выпусков. Пока!